Всем привет, дорогие друзья! Привет! Вторая попытка попасть на елку и посмотреть на Деда Мороза. И не было никого. Я думала, что мероприятие отменили, на самом деле нет. Как вы видите, машин много, значит, елка состоится. В общем, идем смотреть и загадывать желание. Сегодня 29 декабря. Всех с
улыбался, покрыты лужи горкой льда. Удар часов и завершится год уходящий навсегда. Вперед! О прошлом не жалея! Дерзай, малыш, живи сполна! Наказан крепко гость незваный. На нас ты можешь положиться. Тогда за дело! Добрый час! Пусть чудо главное свершится! Да, браво! С Новым годом вас! Подарки. Мы с Айханом уже уходим. Дед Мороз пожелал нам всем здоровья, всего самого лучшего. Айхан, сонени илычин, herkese. Herkese sağlık, mutluluk ve şans diliyorum. Şans önemli. Да, мы вам тоже желаем здоровья, счастья и удачи. Самое главное, конечно, здоровье, да? Да. Я надеюсь, что все будет хорошо. В общем, друзья, поздравляем вас, поздравляем вас с Новым годом. Этот год выдался у нас очень интересный. У нас было много поездок, много встреч, много всего-всего. Летом мы познакомились с большим количеством потрясающих людей, с вами, с нашими подписчиками. Мы благодарим вас за этот год, потому что если бы не было вас, не было бы столько всего интересного. И, конечно же, желаем вам всего-всего самого-самого наилучшего. А сейчас мы отправляемся к кафету. У нее сегодня день рождения. И будем кушать ее вкусные дюрюмы. Ну, в общем, увидите, Айхан, чем дальше. Айхан, был очень наслугачный. Как прошел твой год, Айхан, расскажи нам. Güzel geçti. Ne hatırlıyorsun? Что помнишь? Не hatırlıyorum. Kars hatırlıyorum. Gaziantep hatırlıyorum. Vallahi İstanbul hatırlıyorum. Ankara hatırlıyorum. Çok gezdik. Evet, çok gezdik. В этом году мы очень много ездили по Турции. За границу мы не ездили, но очень много ездили. Türkiye'de çok gezdik, değil mi? Yurt dışı çıkmadık ama çok Türkiye'de gezdik. В каких городах мы только не были. И на Эгейском побережье. Ama ben senden daha çok gezdim. Ну да, Айхан чуть больше меня путешествовал на пару городов, но в этом году мы очень много путешествовали. Я надеюсь, что вам это тоже было интересно, потому что мы всегда снимали видео и выкладывали их на канал о наших путешествиях. Айхан, en çok hangi şehir beğendin? Какой город больше всего? Mardin. Mardin, да. Mardin'e было классно. İki Gaziantep. Gaziantep. Geçen sene gittik, bu sene değil. Ha, evet. Ha, Kars. İki Kars. Kars. Ben
3 тabii ki şey Sivas. Sivas? Да. Диврия, Сивас. О, Диврия, Сивас. Друзья, мы были в стольких разных городах, что прям не вспомнишь, но все это есть на нашем канале в плейлисте «Путешествия по Турции», и там вы можете посмотреть видео из всех наших путешествий. Обязательно пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть, какие города вы хотели бы, чтобы мы съездили. Мы постараемся это сделать, но в следующем году мы все-таки планируем больше ехать за границу. Айхан, iki gün sonra yeni yıl, через два. Tamam, ben şimdi yeni yıl şarkı söylüyorum, olmaz mı? Söyle hadi. Ben de sözler bilmiyorum. La 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 la. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Yeter. У Айхан сегодня день рождения, купили небольшой подарок. Дорогие друзья, напишите в комментариях, как прошел ваш год. Йорумларда язабилир мисиз сизин йылыңыз насыл гечти? Как прошел ваш год? Какие у вас ощущения, впечатления? Что вы ждете от нового года? Ну и, конечно же, как я уже сказала, мы желаем всем всего самого хорошего. И добро пожаловать в солнечную Аланию и в Турцию. Всем всего хорошего. Всем хорошего настроения. Хорошо провести новогоднюю ночь. И скорее бы наступило лето, чтобы мы смогли наслаждаться морем и солнцем. Всем всего хорошего. Добро пожаловать в 2019 год. А на сегодня всем пока-пока. Встретимся в новом году. Пока-пока.